Ну, пошли опята. Осень. Ой, ты смотри, там наступишь под ногами у тебя. Сейчас поближе, 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 поближе. Опа! Вот они какие красавцы. А тут прямо целая, целая плантация. Так. Режем, режем. Под ногой срезала было у тебя там? Вот. Ну, если так держать-то видно. А так издали как бы с листьями сливаются. Сразу трудно их и заметить. Вот сейчас с этого пенька и будет ведерко. Шляпки только, да? Но ножки не надо. Угу. А что тут откинул? Нормальный гриб? Кидай что? Ведро. Угу. Так, пройдусь немножко. Ой, сзади. Ладно. Тут одиночки около этой палки поставались. Вот тут. Так, надо идти, чтобы не наступить. Вот компания сидит. Ой, да, ой, да тут не пройдешь. И там была целая плантация, не видно из-за дерева. Вот. Вот они. Там еще оставались. Сейчас вот видно, наверное, поближе. Вот среди листвы. Ну, не знаю, как на видео будет видно. Должно быть видно. Ну что, постригла этот пенек. А, вторую стрижешь кучку. Вот что остается после грибов. Все корешки остаются на месте. Мы берем только шляпки. А кому это оставила? Это тебе. Ой, что ты ерунда занимаешься? На, хороший гриб. О. Ну там одиночки пошли. И вот что тут делается. Тогда я снимал издали поближе, подойду. Целыми. И там дальше, дальше. И тут. О, ну скоро будет ведро. Одно уже где-то там стоит. Где она стоит? И не видно, где она. Ой, дернулась. Ну, где-то там найдем. Найдем на обратной дороге. Ой, тут еще слева, оказывается. Сразу не заметил. Ну, видно, тут с утра не ходили. Там вот машины стали, видно, там режут, а сюда не дошли. Осторожно. Сзади грибы. Ну все, на этом заканчиваем видео. Скоро ведро. Или сделаю паузу, когда полное будет, тогда уже. Ну, вот заканчиваем ведро. Пока я ждал, пока ведро закончится, там уже еще пакет нарезали. Сейчас закончим ведро. Есть. Вот там. Сейчас подойду ближе. Вот цел. О, холодерево. И надо, сколько тут их много. Тут есть. Вот где сидят. Кустиком. Там целая. Ну или тут же, там целая прянка. Осторожно. Вот. Вот. Около пенька как сидят. Вот такой лес.
Лес. Вот грибы. Так, ну что, этой кучкой и наполнишь, наверное, да, ведро? Или вот тут еще целая полоска. Вот они сидят там, там. Ну как, нравится собирать грибы, когда их много? Не слышу. Очень? Особенно тебе нравится. Да, мне очень нравится, когда много. А, эти, осторожно, платок. С той стороны обойди, тут эти ветки низкие все. Давай лучше собирай, мне на работу идти. Хорошо, все. Сейчас снимем лес, как красиво выглядит. Ну и все. Я сворачиваюсь.